Это мантикора. Биооружие против определенных генотипов. Если твоей ДНК нет в базе Атласа, считай, что ты труп. Он может сбросить его на поле боя. Его бойцы выживут, наши умрут. Верно. Контакт с одной спорой смертелен. Химзащита без толку. Он уже в работе? Не знаю. Но раз он изготовил образец, возможно, уже идет производство в промышленных масштабах. Если да, нам нужно знать что, где и как. Иначе нам Айронса не свалить. У Атласа есть куча заводов, способных наладить массовый выпуск. Вот тогда до нас и дойдет. Гидеон знает место. Ты уверен, что ему можно доверять? Без него задание не выполнить. У нас есть выбор. Точки сбора и объединяемся с группой Кормака. 3 минуты до цели! Ты был прав насчет Айронса. До меня не сразу дошло. Хорошо успели. Без тебя мы бы так и блуждали в темноте. Прямо как раньше, а? Эмби, это конюха Т3. Нас попали. Эмби, ударил Атлас. Черт! Сбой, Экзо! Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики! С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Call of Duty Advanced Warfare. Биолаборатория, Странджа, Болгария, 4 апреля 2060 года, 3 ночи. Тип скелета, специалист, щит, овердрайв, невидимость. Давай, гид, валим! Хочется, конечно, отдельно отметить, что голос в нашей озвучке главному герою совсем не подходит. Должен быть помягче. И что я должен сделать, по-твоему? У, разведданные. Опс, отлично. Ой, блин. Да ты что же делаешь, сумасшедший сукин сын? Я понимаю, что ты NPC. Я-то нет. Тебя не убьют. Меня запросто. Вперед, вперед, вперед! Гоу, 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 гоу. Его же палят все время. Как же так? Как у него так получается, чтобы в него не стреляли? Охренеть. Бегом! Да, с удовольствием, блин. Вау! Ёлки-палки. Куда? Куда там? Куда Экзо ты? Загружается. Черт возьми! Блин! О, боже ты мой. Вертушка кружит над нами. Пошел! Куда? Куда, блин? Лезь. Лезь как-нибудь. Цепляйся. Вверху. Так, отлично. Завелись. Ага. Понятно. Квик-тайм-ивенты. Без квик-тайм-ивентов мы по корням не залезем. Прям как бьян. Держись. Давай. Давай. Да даю, даю. Экзо. Скрыт. Так, 4. Отлично. Вертолеты улетают. Можно идти дальше. Зафиксируй меня на своем экране. Рядом с врагами двигайся осторожно. Они не должны тебя услышать. Ага. Дрон. В общем, все как в кризисе. Когда ходишь, тратится энергия. Пока сидишь, все нормально. Какой лес клевый. Офигеть. Двинулись. Следи за зарядом. Движение посадит батареи. Да я понял. Приближается патруль. Вы тот, что спереди. Говорит Виктор 7. Мы в точке КВБ-6. Прием. Вау.
Этот без глушителя. Стрелять только в крайнем случае. Давай сделаем все тихо. Хинтпин, это Страж 2-1. Наша вертушка повреждена. Мы в аварийном режиме, нуждаемся в эвакуации. Нет возможности, Страж 2-1. Попробуйте связаться со Стражем 2-3. Вас понял. Черт. Их слишком много. Бери правее. Правее? Тихо. Да как они нас засекли? Я думал срезать его, это да. Слушайте, стрелять только в крайнем случае. Давай сделаем все тихо. Хинтпин, это Страж 2-1. Я и не стрелял. Мы в аварийном режиме, нуждаемся в эвакуации. Нет возможности, Страж 2-1. Попробуйте связаться со Стражем 2-3. Вас понял. Черт. Раздражает, что если не следуешь точно тому, что тебе говорят, все время слив какой-то дурацкий. Вот убил я его, и чё, и кто заметил-то? Темнота все равно. Да, вот обязательно надо было подождать. Ну, конечно, а теперь понятно, почему был слив. Потому что по скрипту его Гидеон должен был убить. Все ясно. Пошли. Нет, ты убил жертву Гидеона. Круто. Глушилка звука — шикарная тема. Правда, вообще не пойму, как это в принципе может работать. Как я это должен сделать? А! Прикольно. Будем знать. Теми цветами радуги переливается. Впереди конвой, замри. Перезаряди маскировку. Сюда. Приближаются 5 транспортов. Даже и не думай стрелять. Укрытие. Ух, ёлки. Я бы заполз под машину. Первым делом. Ёлы-палы. Идём, идём, мы почти на месте. Ага. Охотник. Тут маскировка бесполезна. Уходи от луча. Хорошо. Охотник, как же? Следи за лучом. Ладно, пошли. Нифига ты, блин. Ты не толкай меня! Блин, маскировка вырубилась. Ты даешь вообще. Фу. Свалили. Мы прошли. Вперед. Как ты бегаешь все время под маскировкой? Ты как? Надо быстро сваливать. Пришлось убрать пару их ребят. Когда их найдут, будет жарко. Дело не сделано. Пошли. Миссия даже начаться не успела.
Мы никуда не уйдем, пока все тут не осмотрим. Я ни черта не вижу. Нокс, покажи им. Посылаю данные. Следы химикатов, босс. Много химии. Им есть что скрывать. Мы не справились. Вернемся в другой раз. Другого дня не будет. Облажаемся. Отвечать будешь ты. А когда было иначе? Что это за хрень? Что это такое вообще? Что это за ботва? Ладно. Может, сейчас нам расскажут, что это за фигня треугольная там внизу? Крутой ублюдок, надо признать. Все, поехали. Ага. Еще бы. Что это такое? Ёлки, что это за фигня? Не понимаю. Вау. Ага. Здание прямо по курсу. Два охранника возле камеры. Класс. Митчелл, выбирай цель. Чисто. Отлично. Хорошо, что я глушак взял. Это к месту. Наша точка прорыва. Митчелл, веди нас. Веду! И сейчас будет бадабум. Шикарно. Двое в холле. Убрать их. Чисто. Пин-пин, мы проникли в здание и движемся к серверной. Вас понял. Подключаю данные разведки. Действуйте по плану. Понял. Go. Прикрываю. Так. Как тут вообще различить, кто свой, кто чужой? Вернее, даже не то, а... Кто из них кто? Быстро к пульту. Так, парни, берем все. Карды, банки данных, все, что увидите. Сами знаете. Кингпин, начинаю передачу. Войдите в систему. Ожидаю прибытия посылки. Нет, старик, те два, там! Бинго, посылка у нас, передаю. Связь установлена. Так, жгите все. Термит. Жгите тут всех. Тут не только биологическое оружие. Теперь это система наша. Зачем мы свалим Айренса? Ты как? Посылка получена, молодцы. Идите ко второй цели. Вас понял. Выдвигаемся на химзавод. За мной! 2-3, внимание. Вокруг цели крупное скопление противника. Они активировали сенсорную сеть. Наше прикрытие бесполезно. Так, больше не прячемся. Не лезьте под сенсоры, они сбивают настройки костюмов. Ага. Пошел. Так, ну и... Ага, ладно, ясно. Ясно. Не подставляемся. Не подставляемся. Так. Отлично. Вот это мне больше нравится. Где он там? Отлично. Ух ты, блин. Класс. Люблю эту штуку с распознаванием своих чужих. Так, что у меня там есть вообще из этого? Из... А, мне выключилось все из-за сенсора, что ли? Я не понимаю. Да кто? Гадство. Отстой. Так, симуляторы включены. Двойка, что у меня? Щит у меня на двойку, ладно, ясно. Однушка, это... А, овердрайв, отлично. Тут дрянь вырубить нахрен. Во, отлично. Сенсор. Хорошо. Так. Прям мне нравится так тактически работать прям. Один, второй, третий прям. Ух. Не какой-то там рандомный замес, а прям, ух, тактика. Круто. Вот вам. Обходим, обходим. Мало боеприпасов, блин. Фигово. Отлично. Готов. Так, разведданные.
Нашел, нашел немножечко разведданных. Ах ты, гаденыш. Отлично. Контакт под нами. Шикарно. Нет, ты еще жив. Добили. Ах ты, гад. Куда ты ушел-то, а? Так. Гибридный прицел. Гибридный прицел. Готов. Ух, мощь. Прямо мощь чувствуется. Так, здесь стекол нет. Ух ты, тихо. Тихо. Лови. Блин, ну конечно меткость тут страдает. Меткость люто страдает. Надо сенсор убрать. Отлично. Сенсор готов. Лови. Неплохо. Так. Сенсор уничтожен. Готово. Так, еще там кто-то, не знаю. Тут кто-то должен быть. О, молодец, Кормак. Вообще, мужик. Давай, давай, двигаемся. Черт. Ускорился я слишком. Слишком ускорился. Кто? Кто там стреляет? Я не понимаю, за двери по мне стреляют. Гады. Офигели совсем. Отлично. Ой, мамочки мои. Осколочную ловите. Да что такое? Так, мне нужно... Мне нужно прицел какой-нибудь хороший найти. Коллиматорный. Что у нас? Ладно, возьмем этот. Ух, нифига, тут скорость перезарядки. Мы на месте. Гаспак распознала следы токсина на канистрах. Митчелл, ставь FRB. Закончим с этим. Я не знаю, что такое FRB, но звучит клево. Всем выйти! Митчелл! Давай! Кингпин, объект нейтрализован. К выходу готовы. В основной зоне высадки слишком опасно. В небе полно врагов. Новая зона в трех кликах к юго-востоку. Мы засекли Т-740 в южном ангаре. Это ваша лошадка. Вас понял. Выдвигаемся. Вау! Лучше, лучше. Я хочу на эту лошадку. Ой, боже мой. Сейчас мне здесь придется пережить нечто ужасное. Прячусь здесь. Здесь вроде неплохо. Так, ладно. Ёлки-палки. Ну, вообще супер. Так. Отлично, люблю усилитель цели. Зарядку прокачал, блин, перезаряжается вообще космически теперь. Так, а... Кто там с прицелом с этим гадким? Отлично. Есть. Есть. Так. Тихо, спокойно. Ой, ё. Можно, кстати, взять. Ну ладно, пофиг. Почему называется вот эта штука дроном? Почему она называется дроном? Я не могу это понять. Тупизм какой-то. Это на щит похоже. Это и есть щит. Это ни хрена ни разу не дрон. Что это за дрянь? Тепловая граната? Боже мой. Фига себе, она лежит и излучает тепло. Я бы предпочел добрую гранату. Гранату доброты. Чтобы она лежала, а лучше висела в воздухе. Излучала лучи доброты. Но, походу, этого не будет никогда. Так, пока. Отлично. Вау, что это за штукенция? Прямо мне нравится по виду. Сейчас. Сколочная, блин. Где? Ох, какая мощь-то, ёлки-палки, пулеметище. Кормак, твою налево. Ты похож на врага. Я не виноват. РПГ снят. Так. Где наша лошадка? Это гид. Отлично. О, боже мой. Охренеть.
Мне нужна Эми. Где? Где он? Лови. Да сдохни же ты! Фу! Блин, пулемет не могу взять, вот отстой. Для меня? А, ёлы-палы. Так, а, туда. Ну, вообще супер. Это, блин, моя мечта. Гид. Осколочная, блин, не осколочная. Давай, гаси, короче, его, я полез. Поехали. Давай уж, постарайся. Что это такое? Ладно. Ни хрена себе. Вот это снайперка. Вот это я понимаю. Вот это мощь. Тихо. Дверь открыта? Ладно, погнали. Да блин. Давай, добеги, добеги. Блин, не добежал, зараза. Молодцы, ребята, расстреливают меня просто. Просто по-королевски. Так, надо взять что-нибудь. Так. Отлично. 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 Так, где-то еще здесь должны быть эти гады. Куда, куда вы стреляете? А, вот. Ясно. Вот ты меня, гад, убил. Сволочь такая. Да бегу я. Бегу я, блин. Один гаденыш убил. Вот так вот. Такая сложность. Вангард для техники сюда. Всем отрядам охраны быстро в южный двор. Ну так погнали, раз сюда. Так, это не разведданные. Они мне уже везде мерещатся. Палим. Где эта машинка крутая? Ухо-хо-хо. Обыщите кого? Что это? Что это за Шепард-мобиль? Что это за Нормандия? Чисто. Поедем же... вот на это. Но практически N7 написано. Вас понял? Т-740 всего лишь прототип. Он не может так сильно отличаться от 600-го. Повышаем мощность. У-у-у. Кто умеет водить эту штуку, поднимите руки! Я! Мы тренировались на 600-х. Эти движки новые. Я! Отсоединяюсь! Я умею! Мы заряжены с полным боекомплектом. Гингпин, это Страж 2-3. Движемся к зоне посадки. Я. Будем примерно через 10 минут. Дайте Прошу мне. Зачистить зону посадки. Понял вас, Страж 2-3. Дайте. Птичка пошла обходным путем. Остаюсь на связи. Так, дайте. Все по местам! Дайте мне поуправлять, пожалуйста. Я хочу, я разобью его, но дайте. Орудия включены. А, боже мой. Подвигаемся, Мичел. Да, я умею. Я умею. Я умею, мать его. Охренеть. Шикарно, ну, ну вы гляньте. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, блин. Какая штука. Черт. Дали бы еще от третьего лица этим поуправлять. Это было бы вообще волшебно. Целые толпы можно уничтожать. Офигеть. Никто мне не помешает. Ха-ха. А на тройку что это у нас? О-о-о-о! Ёлки, на четверку. Нифига себе. Вот это да. Вот это круто. Бум. Тройка. Офигенно. Ёлы-палы. Да. Страж 2-3, к новой зоне высадки идет вертолет. Ждите через 2 минуты. Координаты. Фокстрот, виски, 05-3-9-1-0. Понял вас. Ага. Так. Эми по вертушкам.
Четверка. Ёлы-палы. Вот это да. Бум. Бум. Огонь слева. Офигенно. Так. Давай, 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 есть. Вот так. Вот так вот, отлично. Так, откуда-то еще оттуда летит. Ага. Готово. Что ж такое-то? Вы как не угомонитесь. Вот. Вот так. Мы не сделали на двоечку. Да-да-да-да-да. Черт возьми, уже скоро наполовину сломается. Как так быстро он ломается? Господи. Давай, еще жахни. Жаль, 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 жаль. Где он там? Не знаю. Так. Отлично. Кто там у нас? Ну, 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 есть. Фух. Ёлы-палы. Ага. Так, шикарно, боже мой. Я помню, я так же фанился последний раз, когда играл в... О, боже мой. Офигенно. Бум! 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 Шикарно! Просто жесть, как круто! Так. Давай, 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 вот так. Вот так, вот так, отлично. Это в оригинальной колде. Второй, по-моему. Офигенно. Я понимаю, но тут вертолеты. Да. Отлично. Вот так. По чину бы ему зарядить. Ух. Офигенно. Да вижу я. Давай, 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 давай. Есть. Есть. Боже мой. Давай. Давай. Давай, боже мой. Я понимаю. Черт побери. Есть. Фух. Так. Только бы это уже конец был, потому что... Да, все. Неплохо. Я же сказал, что я умею. Люблю наши птички. Люблю. Давай, давай, давай. Полезли. Шикарно. Вот это поездочка. Вот это я понимаю. Есть. Четверо. Есть. Да. Надо было начистить. На шаг впереди, друг. Ух ты. Да. Браво. 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 Прекрасно. На самом деле прекрасно. То есть, ну классно же, ну все классно. И несколько пушек, и разные цели, и шикарная техника, и вообще, ну отлично же сделано, правда, ну согласитесь. Черт возьми, ну... Вот в этом сеттинге это сделано офигенно вообще, миссия отличная, все сделано отлично, просто отлично, я вам скажу, реально. Постарались, и от миссии к миссии игра все лучше и лучше, правда. По сравнению с там с предыдущими Call of Duty, которые все скатывались и скатывались, это реально шаг вперед, правда, шаг вперед, и да. Мне понравилось, что сказать. Как я уже пытался сказать среди всего боя, это очень сильно напомнило ощущение, когда я взял под контроль настоящий танк. Шерман, по-моему, это был. Или это 34-ка была наша, я не помню уже. В оригинальных Call of Duty про Вторую мировую войну. Нет, конечно, у меня к ним особая, огромная любовь. Но это тоже очень-очень-очень круто. Я бы с удовольствием, то есть я бы в два раза больше радовался, если бы они сделали про Вторую мировую такую крутую игру. Это было бы офигенно.
Возможно, они когда-нибудь снова вернутся к этой тематике, не знаю. Вот, но то, что мы сейчас видим, это тоже очень высокий уровень, прям отлично, отлично. Так, у меня одно очко улучшений. Его можно потратить в снижение отдачи, это 2 очка. Батарея, батарея 1. Бег 2, летальная 2. Можно обнаружение гранат, не знаю, что это такое, без понятия. А, так, можно тактическую увеличить на 1. А, давайте, наверное, даже не знаю. Мне больше бег нравится. Потому что увеличить использование способности на 1, это, конечно, прекрасно все. Ну, в общем, не знаю. Давайте я еще подкоплю и, наверное, возьму отдачу, уменьшенную отдачу. Так будет удобней, лучше, в общем, мочить. А это самое главное. Биолаборатория. Запас мантикоры обезврежены. У вас есть информация, которая откроет миру правду о предприятии Айронса по производству оружия массового поражения. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.